Друзья, всем привет! Мир вашему дому! У нас на сегодня дождик обещает, поэтому сейчас, наверное, козам положу травку, которая там чуть-чуть подсохла. Самое интересное, что дождь может и не быть, бывает и такое. Но небо затянуто полностью. Бывает, как начнут эти пушки стрелять, и все разгонят. Все разгоняют. Ой. Ну, немножко подсохла трава. Ну, пойдет жив. Сейчас буду кормить коз. Ты, Коза, вы сегодня здесь. Вы сегодня не выходите. В обед хочу съездить ребятам кормишек купить. И там Надюша на Велберис что-то заказала забрать. Друзья, у нас Тая сегодня хочет на велосипеде, я снял колеса еще вчера, и она вот это вот буксует там потихоньку. Ой, вообще у нас дождик срывается, хотим поехать на машине, она вот полпути уже проехала до садика, командует. Тай, давай назад! Что ты дома делаешь? Ладно, я вещи забыла, но сейчас. Так, друзья, это не, это, друзья, граперлит. Так, сейчас это масло вот такое взял, 500 с чем-то рублей. Дворник надо поменять, фильтр, корма. Ой, это уже рост для цыплят. Мне, друзья, по-моему, пора поменять масло. Тут где-то у меня записано. У меня записано 330 тысяч замена масла. Вот как раз у меня 330 тысяч там с хвостиком. Вот. Я купил масло, купил фильтр. Вот. Хочу поменять дворник. Я надеюсь, сегодня после обеда, может быть, смогу. Дворник. Вот у меня тут вот такой дворник бескаркасный. Он, друзья, он елозит. Вот это вот здесь стекло потерло. Это вот бескаркасный дворник. Они здесь стояли такие, я их менял. А потом что-то вот купил вот такой нечаянно. Бошевский. Вот. А он, во-первых, видите, он стоит как четко, как солдатик. Чистит обалденно. И стекло не царапает. Так что вот каркасные дворники. Я купил еще один каркасный дворник. И поменяю вот здесь тоже. Видите, он боком лежит. Мне это не нравится. Все. Вот.
наши хризантемки стоят. Хорошо стоят. Еще дождик сегодня моросит. Сейчас вот притих. Ну, немножко вот она подвяла, видно, да? Все-таки ей надо сейчас пустить корни. Ну, посмотрим. Надеюсь, что все приживется. Там кусты еще не выкапывал. Сосед яиц дал. Это тоже, кстати, сосед давал. Что-то он решил нас обеспечить яйцами. Ой. Надо завести себе курей. На яйцо тоже, наверное. Ой, тут можно сегодня и нажарить. Так, друзья, это еще не все. Я еще заскочил в магазин, так чисто по-мужски. У меня сосед возле двери встретил, говорит, на тебе яиц. Сейчас еще обзорчик небольшой. Так, друзья, вот такие, короче, покупки. Кефирчик, снежок, там грейпфрут. Это кукурузное что-то. Прикольно, кстати, с сыром. Это сырные палочки. Не, это сухие завтраки, кукурузные шарики. Это не палочки. Какая разница? Короче, рыба и... Они кукурузные. Ой-ой-ой. Да. Вот чирикаешь тут. Друзья, у меня на работе засада. Вот. Начальник говорит, у тебя, говорит, триммер дома есть, но не смог я сказать, что нету. Это покоси траву, пожалуйста. Вот, это было утром. Сейчас, короче, вот я в обед. Где-то у меня возьму масло. Ну, бензин дали. Ой. Там участок не сильно большой. Дождик моросит, правда. Дождик моросит сегодня с утра, а земля, на удивление, практически сухая. Друзья, вот такая деляночка. Вот там у нас туалет, тоже в туалет не пройдешь. Не маленькая делянка, елки-палки. Ладно. Как-то так. Дома косишь, тут косишь, соседу косишь. Того. Закрутили как этот. Я хоть то кручу. Да тоже, наверное, кручу. На поддоне сзади торца там у тебя. У меня там такой... Ну, резьба ж обычная, правая. Да. Затянули как будто. Старались, не знали, что будет там иметься. Старались, чтобы наверняка не потекло. Угу. Ой. Так. Как же тут темно. Да ладно. Ну, масло. Да. Все. Сколько ему постекать? Ну как останется там? Кап. Ладно, хай постекает. Как думаешь, отработка вот таким цветом нормально? Она мне всегда такая. Это нормально, как масло. Да? Как ржавчина. Ну да, масло такое. Есть тоже как черное совсем. У тебя нормальное масло не стоит. Да? Масло же оно желтое. Ага. Ой, друзья, короче, меняю масло. Последний раз масло менял самостоятельно. Очень давно. Я обычно то покупал масло, там оно уже включено в стоимость замена.
Вот, но это решил сэкономить. Купил светофоровское масло, то, которое там до 600 рублей. Там вот фильтр заехал, купил 300 рублей. 600 рублей. Короче, грубо говоря, 900 рублей мне вышла замена масла. Сейчас я затяну. Сейчас еще масло не заливал. Ой. Помню, на москвиче когда-то менял. У меня был москвич 412 когда-то давно-давно. А то с тех пор я ничего не менял. Все на СТО делал. Сейчас. Экономика должна быть экономной. Ну, все, наверное, затянул, никуда не денется. Все. А так что, у меня, в принципе, ничего тут потеков нету. Днище даже целое, более-менее. Где-то там... Ой, хочу посветить. Где-то я там трещинку когда-то видел. Вроде все нормально. Так, друзья, ну еще этот дворник лежачий. Как он тут снимается, никто не догадается. По-моему, этот усик. Вот этот усик, по-моему, надо и вниз. Да? Ага. О, а это вот так вот. Во. Сейчас. О, а тут-то что? Здрасте. Попробуем сегодня новый дворник в работе. Это здесь у меня машина подъехала. КамАЗ. Вот, отломалась. Тут уже наварено. Кто-то уже варил до меня. Я думаю, это надо все удалить лишнее. Сейчас это... И вот здесь трещина, но я думаю, вот оно должно быть родное железо. Я думаю, вот здесь попробовать его усилить. Но я считаю, что тут все это было лишнее. Вот. Наварена такая куча, а держать надо всего лишь навсего вот эту жестянку. Поэтому все срезал. Сейчас как-то будем тут усиливать. Тут тоже лишнее срезал. Одно отрезаю, другое привариваю. И так каждый день. Ой, друзья, какая красота. Больше никогда не буду бескаркасные дворники ставить. Как они четко это все сметают. Смотри. Видишь, Тая сама едет. Да, я тоже так могу. И Тая только что сейчас научилась. Да, это... Да. Мама бежит. А я ее просто догоню. Я еще даже быстрее велосипеда могу бегать.
надо велосипед купить побольше. У тебя есть побольше? Да, и нет. Да, я дождь, не дождь, команды. У мамы спорт. У меня немножко налило, видишь, Алиса? В багажник у нас дождь идет и идет. Закрой багажник, пожалуйста, Алиса. Опа. Сбоку, сбоку, сбоку. А, достаешь? Ой, какие уже высокие. Упала. А, мама бежит. Не успеваю за ним. Все, пойдем. Ты когда научилась ездить? Сегодня? Да. Она просто дома, наверное, же умела. Я уже с пятого выше ехала. Она сегодня велосипед схватила, смотрю, до слез. Буду ехать. Говорю, ладно, говорю, езжай. А когда ты снял? Вот я, короче, корма купил. А вот этот. Ты, он перлит. Он легкий вообще. Слушай. Не, хорошо за такую цену, потому что все равно переплачиваешь. Ага, открой, гляну. Да он тут в два мешка замотанный. Вот тут надо открывать. Еще бы ограбал, дошел бы. Ну, написано, что хороший, что этот. Крупный и гранулый. Просто этот мешок стоит 900 рублей. Выгоднее брать такой, потому что цветы-то я сажаю много. Ну, это, ну что, мы вот такой маленький берем. Сколько вот такой маленький стоит? 120 рублей, 5 литров. 125. А здесь? 50 литров. Или 40? Нет, 50. Конечно, выгоднее такой же. Ой, даже 60 литров. 60, вот, 60 литров. Написано 50, а вот написано вот на этикетке 60. То есть, если вот этот маленький 120, это почти 900. И доставка быстрая. Ну, просто есть в этом, где мы брали аграбал, там и грунт подорожал. Мы брали за 1500, сейчас стоит 2. На Валберсе заказал за 1400 грунт, 250 литров аграбал. Но доставка задерживается там почему-то, по каким причинам, не знаю. То есть у нас тут дороже стоит, поэтому на Валберсе. И перлит тут стоит 1000 с чем-то, 1800, по-моему, дороже, чем вермикулит. А тут 900 рублей почти. Ну, то есть дешевле. В два раза дешевле. Дешевле на Валберсе, поэтому решили вот на Валберсе заказать. Попугайчика у Девида. Ага, здорово. Короче, этот. Обратно в Краснодар. Может, огурец сорвем, а? Он такой большой. Что обратно? И этот, да, извиняюсь, что-то я закрылась. Аграбалт. Отсортировано снова Краснодар. То было, выехало в пункт выдачи, а теперь обратно в Краснодар. А что такие листья у нас больные? Не знаю. Это можно пообламывать нижнее. Надо все пообламывать, да. Вот это, наверное, тоже какое-то заболевание. Или чего-то не хватает. Надо узнать. Надо вот этот листочек брать и ехать в сельхозхимию. И они скажут, что это такое. Так, у меня сегодня буду заниматься цветами. Буду стаканы мыть. Пересадки не знаю. Здесь не хочу пересаживать. На улице обычно хорошо пересаживать. Лимончики растут. Ой, когда мы пересадим эти? Лимон. Там фейхоа. Нет, это этот. Киви. Киви. Ой, там фрукты вкусные. Перец цветет, надо перец посадить. Ну, красиво. Теплицу его надо. Это, думаю. И тот большой, который я сажала. Там по так, краям можно посадить. Это горький? Да. Перчик. Ребята. Вам подстилочка. Ой. Что вы тут растете? Да растете, да? Чтоб вам было тут по суше. Поприятней. А-а-а. Опа. Потеплее. Во.
Все, не паникуйте. Ой. Вы реально повырастали так. Такие, какие вы уже большие. Маленькие, а большие. Скажите пару слов. Ты? А? Вам завтра прививочка. Чесночок свежий. У нас вот катастрофа. Все ломается, все рушится. Я хотел этот коридорчик в этом году ломать. Хотел. Замечательная погода, друзья, чтобы провести ее в теплице. Единственное, жаль, что теплица дырявая. Вот, козы кричат, да, хотят вкусняшку. Вот, теплица дырявая, вот единственный минус. Перекрою я ее в этом году, не перекрою. Ой-ой-ой-ой. Так. Кто-то скажет, бери, делай. Друзья, не могу взять и сделать, потому что нету денег на то, чтобы делать. Сейчас я что? В общем, помидорчики вот так вот обрываю, в кучку бросаю листья ненужные. В общем, лишние листья, это лишние, они влагу поглощают. Ну вот, отростки я убираю, такие вот пасынки. Ну, кто давно смотрит, уже знает, чем я занимаюсь. Вот, такие вот пасынки. Вот они. Они нам не нужны, нам нужен один ствол. Вот, я это все убираю, складываю в кучку. Ну, листья нижние тоже убираю, вот, чтобы они земли не касались, чтобы они не затеняли тут друг друга. Вот, со временем буду листья выше и выше обрывать. Ну, подвязываю потихонечку, по чуть-чуть. Не спеша. Сегодня, кстати, еще помидор продал немного. Но совсем чуть-чуть. Лишние листья, друзья, это лишнее испарение. Будет испаряться влага. Будет испаряться влага. Лишнее питание будет уходить на рост листьев. Как бы они не нужны. Друг друга тут затенять будут. Вот. То есть нужны силы на формирование плодов, они будут тут конкурировать, помидорки. Вот, соцветия. Надеюсь, все будет хорошо. Я в этом году все обрабатывал. Надо. Ой, кричат козы. Сейчас я им листвы нарву, вот этой листвы, и отнесу коз, как покормлю. Они будут в шоке от такой еды. Вообще козы любят такое вот. Я их последний раз осенью кормил. Ну, сорнячок потихоньку прорываю. Буду ковыряться. Надюша там утку хочет приготовить. Вот. Ну, я буду заниматься потихоньку. Вот так вот красоту навожу. Продолжу дальше. Тут один вымахал, друзья. О, какой... Примерно, чтобы вы видели. Ну вот. По пояс. Даже выше. Вот, у него две головы. Кстати, вот две головы. Видите, что вот он разделился. Но так как я сюда... Ой, две головы. Три головы, четыре головы. Короче, вот одна у него голова. Вторая.
такая мощная, вот они. Третье. Это все лишнее. Помидорки будут тогда небольшие. В общем, занимаюсь тем, что убираю вот эти пасынки. Надо удобрений давно сюда не вносил. Сейчас вот здесь пройдусь. Если останется время, перейду на огурчики. Классная погода, солнце не печет. Можно заниматься здесь. Так, не прыгайте на меня. Сюда идите. Там ничего нету, все тут самое вкусное. Иди. Помидорки. Ну чё? Помидорки ням-ням. Уже вычищать опять пора, да? А чё ты тут делаешь? Переживаю за свои баклавинчики. Наверное, ничего не будет. Почему? Ну, видишь как, одни веточки. Жуки уже понападали. Ой-ой-ой. Грызут жуки, да? Сорняки растут, да. Вон как они. Вон, видел, где выросли кабачки? Я думаю, сейчас чуть-чуть подсохнет, я вот тут мотоблоком пройду, как на картошке, то ну и да. Все. А так можно потом между помидорами вручную. Я не знаю только, что с кабачками. Сейчас вообще грязно. Это грязно. Липая, пойдем уже. Короче, надо травить баклажаны. Да. Обязательно. Я, видишь, ты скидки до конца не посажал, потому что не сажаю. Вот туда, когда кто не сажал, там бабулина картошка, жуки момент, они там голые кусты. Может, надо, конечно, так, для, чтобы они для... Не знаю я. Привлечи. Потравить надо. Ой. Надо взять и потравить. Потом на помидоры. Я помидоры подвязал. Ну, пообщипывал все там. Нам семечек еще передали. Ой, вот видишь, как я сделал? Красиво. Умничка. Что, по огурчики подвязываем? Давай, тебя надо постричь. А? Постричь надо тебя. Да? Пора уже. Стричься. Говоришь, огурчики странные. Вообще. Левые огурцы посадили. Это Машенька должна быть. Какая это Машенька? Вообще не Машенька. Это бочонок. Огурцы бочонок. Ой. Да, посмотри, какие германы будут огурцы. А, ну вот уже огурчик, глянь, какой красивый. Я видела, бочонок. Ну, он, наверное, подрастет. Ой, листочки тоже прищипывать надо. Огурец-бачонок. Этот покрутился сверху. Чего они? Что им надо? У меня вот такие кощели. Тай, там горячо. Там очень горячо. Аккуратненько. Подгорела. Что там? Подгорела.
Утка подгорела, но она в пакетике, там это запекание, она зажарилась. Ай-яй-яй, не надо ей давать. Крепко держи. Крепко-прикрепко держи. Не надо. Тоже ты достань. А я буду снимать. А я буду снимать. А вот Лера достанет. Я хочу снимать. Я хочу снимать. Что там? Ага, она выросла в духовке. Куда? На стол, наверное. На какой стол, он горячий? Ну, на вот этот. Чё? Заштались? А да что вообще? Попе! Ты чё в попе? Вау, как она приготовилась! Она распалась на кусочки. Друзья, читаем послание в Галатию, 6 главу, 6 по 10 текст сегодня. «А наставляемый в христианском учении пусть делится с наставником всяким добром. Не заблуждайтесь, Бога не проведешь, и что посеет человек, то он и пожнет. Если для плоти он сеет, тление пожнет, а если на поле духа сеет, пожнет от него жизнь вечную. И делая добро, унывать не будем». Ибо непременно в свой срок пожнем, если рук не опустим. Итак, пока есть возможность, станем же делать добро всем, а особенно своим по вере. Пока, друзья. До встречи.